Здорово, с вами я, Жека, и добро пожаловать в проклятый Майнкрафт. Мы продолжаем строить наш проклятый особняк для наших проклятых жителей, которые делали очень грязные делишки в предыдущих сериях. Прогресс, как вы понимаете, не стоит на месте. Посмотрите, сколько тут уже жителей наплодилось. Это просто, ну, как бы, короче, траходром работает. Сегодня мы достроим наш проклятый дом для проклятых жителей. И вот как раз сейчас... О, Жека, это что, мне новая грядка? Ну, вообще, нет, я как... Спасибо, Жека, я всегда хотел себе дом, вот буду теперь здесь жить. Это, конечно, круто, что ты тут моих собратьев высадил. А вот как ты догадался мне дом построить? Я не тебе вообще строил дом, там жители думал, здесь будут жить и все такое. В смысле? Ну, я думал, тебе на грядке нормально как бы живется вместе с пельменями другими, нет? А тебе что понравилось? Смотри, это говняный дом, ты посмотри, он из говна сделан, ну, тебе как бы серьезно говорю. Какая разница, главное, что мой. Игорь, я тебе обещаю, когда мы достроим этот дом, мы сделаем дом для тебя. Прям вообще будет он прям лютейший. Хорошо, ладно. Так, пошли. А что там, чебурекаются жители, нет? Ну, вроде да, там у них там происходят всякие делишки. Ну, ты там пока это там, начинай серию, я там посмотрю, как жители чебурекаются. А, ну хорошо, но я тогда лучше подходить не буду, а то там, знаешь, ну, боюсь там, увидеть что-нибудь не то. Так, Игорь, перед тем, как поработать, нужно подожди, во-первых. Точняк, надо покурить сигаретку. Ну да, но я вообще... Держи. Все, покурили? Так, а теперь подожди, это еще не все. Держи. Ну я... Так, мне нужно срочно проголодаться, лайки никогда не могут быть лишними. Я тоже не голоден. Тут проблемы. Нельзя. О, я проголодался, все. Ну давай, Игорь, тебе тоже нужны лайки. Нет, я не могу остаться без лайков. Подожди. Вы поняли, Игорю лайки не нужны, ребята, ставьте. В смысле не нужны? Вообще, давай. Ребята, ставьте лайки, потому что иначе, как минимум... И мне, я скоро проголодаюсь, точно вам говорю. Хорошо, ставьте мне, Игорю, лайки, потому что иначе, ребята, мы умрем с голода. Твою мать! Давай! Когда вот так вот в окно смотришь, понял? Вот встань сюда в окно, видишь, типа оно стеклянное? Ну. Сверху такой белый блок такой, да? А дождь, он такой, типа, ну, такой, желто-коричневый такой. Ну и получается такой бокал пива. Ты замечал когда-нибудь такой интересный факт сегодня? Рубрика «Экскременты». Пойдем экспериментировать снова. Я, как и обещал, починил нашу алмазную лопату, добавил на нее прочность и накопал много глины. Вот. Ну ты же как глиномес, конечно. Давай, мы должны переплавить глину, а пока что мы должны еще обсудить, как мы будем вообще строить дом. Потому что я как бы его начал строить, то я не знаю, как его строить. Ты у нас устроитель, поэтому пошли. Ну, во-первых, я считаю, что им пельмени точно не нужны. Вот. Как? Ну, в смысле, не ты, а вот эти вот пельмени, ну, это же не ты, это твои клоны, ты же незаменим, понимаешь? Ладно. Давай мы построим дом и назовем его Дом 2. Смотри, у нас же даже есть блоки ТНТ, смотри, видишь ТНТ? ТНТ? Типа, это же Дом 2, как бы, тут у нас будет... Так, все, короче, будем строить. Мы строим дом 2, ребята, построй свою любовь. Мы будем строить свою любовь, так, хорошо. А это все-таки двухэтажный или одноэтажный? У нас будет такой низкий дом? Двухэтажный, хорошо. На втором этаже будет сидеть сутенер. Так, нам нужна коптильня. Может, мы сделаем здесь коптильни, вот поставим, типа, вот эти ТНТ будут здесь стоять, ТНТ такие. О, ТНТ это нормально, да. Так, все, я пошел делать ТНТ, ты пока тут строй. Сейчас я намочу нам ТНТ. А как крафтится коптильня, ты помнишь? Нет. Я просто боюсь на видео показаться дебилом, понимаешь, напишут же, придурок. Как я все время их обычно в деревнях тырил, я как-то. Так, подожди, сейчас. Ну, нужно загуглить. Так, слышишь, тут, короче, я все узнал. Я вспомнил, как это делается. А, притащи какие-нибудь другие блоки еще, любые вообще, похрен. Из чего мы крышу будем строить? Из дерева, наверное, нет? Тогда тащи дерево, которое мы... Тогда мне нужно его нарубить, пойти.
Да ты задрал, а есть что-нибудь нормальное? Ну, так, все, я пошел рубить дерево, все, я ничего не знаю, я полетел рубить дерево. Так, давай, ты пока там делай все, кроме этого, а я полетел за деревом. Сейчас тут говорю. Невозможно дальше все делать, кроме вот этого, потому что тут для красоты должно быть полосочка из дерева. Я сейчас все сделаю, сейчас нарублю дерево, и все будет нормально, не переживай. Ты слишком много переживаешь, ты главное не переживай. Я правда сам очень сильно переживаю, но ты главное не переживай. Знаешь, если мы будем вдвоем переживать, то ничего без переживаний-то как бы не получится сделать, понимаешь? Понимаешь? Переживания не такие, они переживательские. Их нужно пережить просто. Что ты несешь? Так, Игорь, я, короче, делаю, во-первых, печки, вот которые ТНТ, да, вот их делаю. А еще я тебе несу просто так дерево, да? Вот все правильно, я все правильно понял? 12. Ну, короче, 15. 10, ну там. Ну, я не знаю, там 10 или 11, но типа 15 точно хватит. Блин, ты что, вообще что ли? Какие нахрен 11? Раз, два, три, четыре, пять. 6-7. А я думал, просто у нас ход будет больше. Я по внешним блокам читал, понимаешь? А, ну тогда все нормально, мы где-нибудь. Так, держи тебе дерево, держи. Зачем? Сейчас мы сделаем здесь вот такие вот балки. Сделаем крыльцо, на которое будет выходить петух и чесать свое яйцо. Отойди, холл убери, мешай. Ну, ты доски сделал уже, да? Давай на всякий счет доски. Давай. Я уже почти все потратил, все, что есть. Хорошо, а где лестница-то? Лестница будет ровно посередине идти на второй этаж идти. Чисто пось... Ой, я там что-то закосячил опять. Ой, мам. Я бы тебя ремонт к себе домой не позвал. А то вот потом вот с таким вот полом придется жить. Вот посмотрите. Чё, ты ничего не видел? Все нормально, смотри. Пол поправили. Подожди, прям по центру, да, лестница должна. О, все, дальше не надо, дальше пол. Так, ну хорошо. Все, лестница есть. Мы любовь строим. Где тут любовь? Я пока не вижу тут любовь. Я вижу пока только кривой пол. Мы на втором этаже большое сердечко. Хорошо. По-любому. Так где жители-то будут жить? Где кто будет жить? Мы же их будем завозить конкретно по комнаткам. Так строй комнаты. Так, хорошо. То есть, ну, на первом этаже тоже кто-то будет жить, правильно? Да, под лестницей. У нас будет фермер, тут же фермы нет, он будет чисто без работы такой. Ребята! Под лестницей, бедный. Так, хорошо, здесь у нас, допустим, будет библиотекарь. Для него нужно будет сделать этот... Как он называется-то? Нахрена им типа комнаты делать? Нельзя их просто в дом запустить? Да ты не понимаешь, ты понимаешь, житель получает работу только в том случае, если он стоит рядом с блоком, который дает ему работу, понимаешь? А ты будешь... Все комнаты будут закрыты на ключ? Ну, и да. То есть ты делаешь рабов? Ну нет, это так, ну... Ты зарплату им платить будешь? Ну да, я им изумруды буду давать, там, покупать у них что-то. Понятно, все с тобой. Так, Игорь, давай, проводи дорогу, я тебя морально поддерживаю. Давай, я тебя вот так вот, давай закрутим. Сюда. Какую-то хрень делаю. Так, ты там это... Так, а здесь надо сделать обязательно. Я полетел, Игорь. Все нормально. А что это ты... А ты понимаешь, да, что здесь нет ускорителей, что мы будем его 3 часа вести? Зато ему будет весело ехать. Подожди, а еще вопрос один. А как мы вот из этой вот ловушки именно одного жителя возьмем? Вопрос. Я не знаю, это еще не придумал. Подожди, а у нас вагонетка. А вагонетка есть, погоди. Занят. Так, Игорь, Епифаний уже едет, если что. Ты его ловишь там, ждешь? Да он пока доедет. Да он нормальный, он уже прям хорошо поехал, так прям неплохо. Ну он проехал 3% моей дороги. Говно, давай быстрее! А может быть А у тебя есть еще одна вагонетка? Да. О, ну-ка дай. Тебя еще катишь, что я понял? Так, догоняй, кто быстрее? Кто быстрее? Епифаний. Я тебя подтолкну, я тебя толкаю. Давай, толкай его. Что, говно, попался? Нормально, так. Игорь, что-то ты отстаешь. Да он ускоряется. Жека, толкай. Толкай, Игорь, ехай. Давай, едем. Подожди, там его нужно ловить и застроить его. Я готов, если что, давай. Так, давай, я тебя толкаю. Давай. У меня одна Жекина сила, чисто машина у меня будет нормально. Погоди, я сейчас... А почему он быстрее меня едет? Блин, а ты его, мы вот сможем сейчас толкать? Я толкаю! Мне кажется, он не заедет на гору. Да давай, вместе, вот мы вдвоем, типа, видишь, вот. Затолкаем. Меня толкай, не толкай. Толкаю. Так, давай, ехай.
А зачем у тебя там камера? Не напомнишь? Ой, а тут, Игорь, тут недостроено. Мы недостроили, погоди. Я же говорил, там обрыв. Недострой. Подожди, подожди, нужно дальше его толкать. Вот, вот. Так, погоди. Толкай его, толкай. Так, тихо, 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 тихо. Сейчас нужно как-то застроить. Давай сразу вот тут. Стой, вставь, вставь, вставь. Так. Ну шо, говно, попалося. Так, подожди, ломай, ломай, ломай. Стой, 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 подожди. Вот, все, Епифаний приехал. Все, теперь мы будем его кормить говном. Отлично, супер. Ну вот, собственно, мы уже сделали первую комнатку для нашего Епифания. Осталось еще, правда, еще дохренища жителей сюда принести и еще дофига достроить. Да-да, покорми его, покорми. Бедненький сидит. Сибирское золото. Ребята, не забывайте ставить большущие пальцы вверх, потому что, как бы, ну, последний лайк у меня остался. Что? Black пельмени, Black Star пельмени. Да, нужно открыть нам Black Star пельмени. Ребята, ставьте лайки, как только наберется много лайков, сразу же выйдет новая серия проклятого Майнкрафта. И пельмень будет рад. Да. Пока. Все, мне срочно, мне надо уходить, я пописать хочу. Хорошо, давай. А это пока с Епифанием потусуюсь. Thank you.